Всем большой-большой приветик, и вы попали на мой канал, и в этом видео я вам расскажу новости Adobe Me, так как совсем скоро Хэллоуин, и Adobe Me, естественно, выпускает новое хэллоуинское обновление. Вот такое вот хэллоуинское здание нам добавят на карту Adobe Me, и вскоре я еще покажу, где, скорее всего, оно будет находиться. А внутри здания вот так вот будет все очень красиво обустроено. И также здесь можно будет купить новых питомцев за конфеты, которые можно будет получить в двух новых мини-играх. Как я понимаю, все предметы, которые можно будет здесь купить, они будут за эти конфеты из мини-игр. И как бы я вижу, тут их немало. И вот так вот будут выглядеть новые питомцы. Это всякие змеюки какие-то. И посмотрите, похоже на огненного Шадова. Это очень красиво. Ну а какие будут новые мини-игры, либо точно не сказали, либо я не совсем так поняла. Также я обратила внимание на этого Эйвила, и также я там заметила некоторые предметы старых хэллоуинских обновлений, которые достаточно ценятся. Я честно не знаю, но возможно эти предметы можно будет снова приобрести. Но это совершенно не точно, так как я немного приболела и не совсем разобралась в этом новом обновлении. Ну и также добавят новую хэллоуинскую мебель. Ну а сейчас я вам покажу, где будет скорее всего находиться это здание. Играю в Adobe Me не так давно, но, как я знаю, обычно обновления и Хэллоуин магазины обычно находятся в этой части карты, а именно недалеко от кемпинга. Ну на этом пока все. Спасибо огромное тебе за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще много классных новых видео, ну и всем пока-пока!